Здравствуйте, уважаемые родители! Меня зовут Александр Золотухин, я являюсь преподавателем физики в школе 100-бальный репетитор. В 2009 году я окончил механико-математический факультет на отделении механика. Также еще я прошел курсы экспертов ЕГЭ по физике от Федерального института педагогических исследований, ФИПИ. И в курсе всех текущих тенденций с проверкой ЕГЭ, потому что они постоянно меняются, и чтобы понимать, как правильно оформлять ЕГЭ, надо понимать, как его проверяют. Сам лично я регулярно записываюсь на ЕГЭ, и в этом году я сдал ЕГЭ по физике и по математике на 100 баллов, и тот на 100. Готовить к ЕГЭ по физике я начал в 2009 году. Именно в том году ЕГЭ по физике сделали обязательным, вот я его и начал сразу же преподавать. Страшно представить, какому количеству учеников я смог помочь поступить в топовые вузы страны. Иногда я снимаю репортажи, в ходе которых показываю, в каких институтах чем занимаются, кем можно работать. И приходя в какой-нибудь вуз, я постоянно и везде встречаю своих учеников. И если я попадаю в какую-нибудь столовую или прохожу через раздевалку, то выстраивается целая очередь, чтобы со мной сфотографироваться, что, конечно же, очень приятно. И это показывает, что мои ученики действительно достигают результатов. Огромное количество бюджетных мест в топовых вузах занимают ученики, которые раньше занимались со мной. Но я не сразу пришел к онлайн-обучению. Изначально, в 2009 году, я был простым репетитором, который сидел один на один с учеником и изучал, в каких местах у них возникают сложности, какие моменты им лучше поподробнее объяснить. И в итоге я пришел к тому, что я заранее знаю, в каком месте у ученика могут возникнуть трудности и как это место стоит ему показать наиболее наглядно. После того, как я занимался индивидуальным репетиторством, я вел офлайн-курсы, когда у меня был такой небольшой класс, где я готовил к ЕГЭ. Ну и потом я пришел в онлайн-обучение, и мой стиль преподавания многим очень понравился. На данный момент мои курсы являются одними из самых популярных курсов ЕГЭ по физике. Мои курсы выделяют то, что мы очень четко объясняем теорию, все определения, все законы обязательно записываем, показываем потом опыты и эксперименты, чтобы ребята не просто услышали какое-то явление, но не могли непосредственно его наблюдать. Потом, естественно, закрепляем все это решением задач. В процессе объяснения этих решений я использую различные методики. Иногда я просто показываю решение, иногда я привожу какие-то аналогии, которые помогают лучше запомнить, а иногда я просто беру эту задачу и прямо на глазах у учеников показываю процесс, который в этом номере происходит. Многие ученики, которые занимаются со мной, отмечают, что у нас очень дружелюбная атмосфера и что на любой их вопрос они находят ответ. Сейчас у меня будет запускаться годовой курс «Эбонит». Занятия будут проходить по вторникам, четвергам и воскресеньям. После каждого занятия будет даваться домашнее задание, на выполнение которого будет даваться 2-3 дня. В случае невыполнения домашнего задания мы будем снимать жизни. На один блок из 12 занятий ученику дается 3 жизни. И получается, тот, кто все 3 жизни потерял, вылетает с курса. Это дает дополнительную мотивацию нашим ученикам качественно заниматься, проходить программу до конца, а не просто присутствовать формально на занятиях. С нашей школой ваш ребенок точно сможет достичь высоких результатов. Но, конечно же, при условии, что он замотивирован. В случае, если ваш ребенок действительно хочет получить высокие результаты, и тут уже не важен начальный уровень, важно желание, важно, чтобы он загорелся этой подготовкой, важно, чтобы он хотел достичь успеха. Занимаясь в нашей школе, ваш ребенок получит не только высокий уровень преподавания, но и, скорее всего, сумеет посмотреть на физику с другой стороны. Мы покажем, насколько она красива, и, скорее всего, он в итоге полюбит этот предмет и будет с удовольствием им заниматься также и в высшем учебном заведении. И если вы действительно хотите счастья своему ребенку, то самое лучшее, что вы можете сделать, это подарить ему свою любовь. А подготовку к ЕГЭ по физике можете доверить нам. Ждем вас на наших курсах. Это будет непросто, это будет весело, это будет интересно.
И это будет незабываемое приключение, за которое ваш ребенок скажет вам спасибо. До встречи!